Сегодня приветствую на вебинаре с прекрасной цепочкой отеля Outrigger. С нами сегодня не менее прекрасная девушка Светлана, которая вам сегодня расскажет про отель. Можете, пожалуйста, в чате написать, слышно ли нас и видно? Ну, слышно ли меня пока и видно? Спасибо. Обязательно мы выложим запись вебинара на нашем канале в YouTube. Задавайте свои вопросы, если они у вас будут. Наши отели всегда это любят. Вот Светлана передает слово, и всем хорошего вебинара. Спасибо. Благодарю Анастасию, благодарю наших партнеров La Carte Travel. И рада сегодня познакомиться с кем не знакома. Я представляю цепочку отелей Outrigger Resorts and Hotels, не только мальдивский отель, про который мы сегодня будем говорить, но также все остальные наши отели, которые расположены в самых экзотичных уголках нашей планеты. У нас есть и Маврики, и Таиланд, у нас там целых три отеля. У нас есть Фиджи и, конечно же, Гавайские острова, откуда родом бренд Outrigger. Сегодня у нас речь пойдет про наш мальдивский отель Outrigger Maldives Mafushivaru. И хочу сразу сказать, то, что это уникальная локация. Сейчас я открою презентацию. Это отель, который расположен в атолле Южной Ари, который является одним из немногих мест на Земле, где в течение всего года обитают китовые акулы и скаты манта. Поэтому, отправляя сюда ваших гостей, в течение всего года, в абсолютно любой месяц, вы можете быть уверены, что у них очень-очень высокая вероятность повстречать этих прекрасных обитателей океана. Мы находимся всего в 25 минутах лета на гидросамолете от Мали. Это единственный вариант трансфера, который мы нашим гостям можем предлагать. Поэтому, конечно же, соответственно, подбираем международные рейсы. И мы ожидаем в комфортабельном лаунже TMA с напитками, с закусками, с возможностью освежиться после долгого перелета. И буквально 25 минут обзорной экскурсии над Мальдивскими островами. И мы оказываемся на нашем чудесном небольшом островочке. Он всего 350 на 250 метров. Обойти его можно ровно за 7-8 минут. Поэтому самый, конечно, частый вопрос: Светлана, чем там заняться? Но я думаю, что подобные вопросы обычно возникают у туристов или у агентов, которые еще пока что не были на Мальдивах, потому что на Мальдивах все уверены, что вы все там бывали, знаете, что время течет совершенно по-иному, и его часто не хватает, потому что окружающая красота, хочется ее созерцать, хочется как-то замедляться. У нас шикарный риф, на котором можно и нужно заниматься снорклингом. Очень есть удобные у нас точки входа. Вот если дойти до конца этой веточки водных вил с бассейнами, здесь шикарный совершенно спуск. Если не хочется куда-то далеко плыть, здесь можно исследовать очень большую часть рифа. Поэтому риф наш действительно очень качественный и хороший. Как любой риф в этом регионе, по структуре он будет больше бежевый, с вкраплениями цветных кораллов, но у нас действительно очень большое количество морской живности, которая обитает. До 350 наименований рыб можно встретить у нас здесь на рифе. Черепахи, скаты приплывают. Я поделюсь в конце нашим телеграм-каналом ссылочкой. У нас недавно такой благодарный гость поделился контентом. Он снимал подводную съемку, вел и поделился кадрами с нашего рифа, поэтому там действительно есть чем заняться. Конечно же, наши туристы помимо снорклинга всегда хотят выбирать курорты с хорошими пляжными характеристиками. Здесь тоже у нас все прекрасно. Я расскажу о нюансах. У нас есть, с одной стороны, волнорез, но качество пляжа со всех сторон очень хорошее. Самый большой, самый широкий пляж, самый такой классический мальдивский пляж у нас находится именно со стороны лагуны. Здесь очень хороший вход. Вообще в целом вся лагуна у нас очень комфортная, нигде не потребуется специальная обувь, несмотря на то, что риф находится рядом. Какой-то очень сильной большой коралловой крошки нет. Все очень мягенько, хорошо. Что касается волнореза, он здесь, конечно же, имеет назначение. Вот с этой стороны идет волна, он защищает остров от размывания, но он имеет визуальную, конечно, составляющую. Здесь есть часть вил, которая выходит на волнорез, его видно. Я попозже на плане покажу, что это за вилла.
Итак, с пляжами все хорошо, купание у нас очень комфортное, вход пологий, и детям, и взрослым есть места, где купаться, есть где-то помельче, есть где-то глубина достаточная для плавания. В целом очень хорошо у нас время проводить именно в воде на рифе. А несмотря на то, что остров у нас такой небольшой, у нас, кстати, всего лишь 81 вилла, из них 56 – это водные варианты, то есть у нас большинство нашего номерного фонда – это все-таки водные виллы. Пляжных всего 25, а здесь мы видим всего 8. Это двухэтажные наши виллы, two bedroom villas. А с двух сторон острова у нас расположены вперемешку пляжные виллы и пляжные виллы с бассейном. Они на плане отмечены как желтые и фиолетовые. А страна с волнорезом, она находится вот здесь. Волнорез видно. Сейчас я вот так покажу примерно из вилл. Он не сплошной. Иногда приходят запросы, когда гости хотят именно с этой стороны разместить своих, агенты размещают своих туристов именно с этой стороны, потому что волнорез служит таким естественным барьером, и деткам там безопасно купаться. А кого-то этот момент может смущать в плане визуальной составляющей, поэтому в этом случае пишем запрос в отель, чтобы давали со стороны, где этого волнореза нет. Но есть нюанс, если мы сейчас говорим про новогодний период, либо про высокий сезон, который продлится до конца апреля, то, конечно, гарантии ни резервации я не можем дать, что это будет именно с запрошенной стороны вилла. Если говорить про летний, про низкий сезон, то мы всегда делаем пометку, что российский рынок лучше размещать с этой стороны, если мы говорим про пляжные виллы, либо пляжные виллы с бассейном. Очень большой популярностью среди пляжных вариантов на российский рынок у нас пользуются наши двухэтажные тубедрумы. Вот они здесь у нас как раз представлены. На самую шикарную лагуну они выходят. Здесь у нас нет волнорезов, никаких ограничителей. Это большая вилла, которая подойдет для проживания семьи. По контракту она у нас идет 2 плюс 2, поэтому если вы будете где-то в онлайне смотреть у а-ля карты, то она вам на 2 плюс 2 только выдаст. Если вам нужно 5 человек туда разместить, мы возьмем туда 5 человек. Вам нужно вашему партнеру а-ля карт написать отдельный запрос, и мы предоставим расчет. А я по номерному фонду буду рассказывать и расскажу подробнее, каким образом мы сели. Несмотря на то, что остров у нас такой небольшой, у нас целых 6 точек питания. Из них это 4 полноценных ресторана. Ресторан, 3 ресторана а-ля карт, один ресторан «Шведский стол», наш базовый «Cuisine Gallery», кафетерий и бар. Все услуги на нашем курорте идут по очень таким адекватным ценам. Это очень важно. У нас есть спа-центр с большим набором услуг. У нас есть фитнес-центр, в котором есть хорошее оборудование для там, беговые дорожки, велотренажеры. Также проводятся групповые программы бесплатно ежедневно. И каждый день на рассвете и на закате наши гости могут присоединиться к программам йоги. У нас есть полностью оборудованный центр водных видов спорта. Он находится в этой части острова. И у нас есть полный ассортимент как моторизованных, так и немоторизованных оборудования, моторизованного, немоторизованного для разнообразных водных видов спорта. У нас есть собственный дайвинг-центр. Южный ареатолл, помимо того, что это ареал обитания китовых акул и скатов манты, это на Мальдивах еще одно из самых таких знаменитых мест в части дайвинга. У нас, по-моему, там какой-то огромный список именно дайв-достопримечательностей, поэтому как на нашем рифе можно погружаться, так и возим на погружение на вот эти сайты. На этом слайде мы еще видим небольшой островочек, он называется Лануба, находится в аренде у Триггера, тоже его можем использовать как спот для купания дополнительного, как место для пикников, вечерних каких-то барбекю. Ну, это же такая фишка, это все за дополнительную плату, но вот туристы могут на еще более маленький остров поехать, покупаться и отдохнуть. Наш номерной фонд весь построен в 2020 году. Вообще, в целом, инфраструктура всего острова в 2020 году перестраивалась. До этого курорт работал под брендом LTI, и до LTI он также работал под брендом Universal. Это натуральный остров с натуральной растительностью. Как курорт существует давно, но именно вот эта постройка – это 2020 год.
Часто спрашивают, да, вот, по поводу зелени. Зелень очень пышная, бурная, тропическая. Но у нас такой очень хороший хозяин на острове есть, наш генеральный менеджер. Поэтому все агенты, которые у нас с инспекциями когда-либо посещали, всегда отмечали то, что остров очень чистый, очень ухоженный. Это тоже очень-очень важно. Так, здесь мы, пожалуй, все я рассказала. Еще один нюанс, то, что у нас у веток водных вил есть закатная сторона, и она находится вот здесь посередине. Получается, вот эта веточка у нас, это overwater вила, эта веточка, это overwater вила with private pool. И посередине у них закатная сторона. Кстати, говоря о том, что у нас большинство наших вил это водные, конечно же, мы заинтересованы в первую очередь в том, чтобы продавать их. Так как пляжных вариантов у нас не так много. Знаю, что иногда российские туристы больше предпочитают пляжные виллы, но тут у нас есть прекрасное предложение. Самая наша базовая категория – это overwater вилла, поэтому на нашем курорте это самая экономичная вилла. Самое время предлагать нашим туристам или сплит-стей, или попробовать такой настоящий мальдивский экспириенс. У нас есть общий бассейн, он находится возле нашего ресторана и бара. Вообще, в целом, на плане, если посмотреть, у нас рестораны все, в принципе, сосредоточены примерно в одном месте. Вот здесь находится джетти, куда прибывают наши гости. Наш самолет приводняется где-то там, я не знаю, в 200 метрах от курорта. И на лодочке буквально в течение минуты мы привозим сюда наших гостей. Это расположено вот здесь на картинке, и здесь вся команда встречает, провожает гостей на ресепшн, где уже происходит процедура оформления. Касательно команды, у нас команда очень слаженная, очень сработанная, потому что у Outrigger до пандемии был другой продукт на Мальдивах, возможно, вы с ним знакомы, Outrigger Канота, и, собственно, большая часть команды, которая там была во главе с General Manager, во главе с нашим шеф-поваром, перешли сюда, поэтому это люди, которые очень давно вместе работают и очень хорошо это делают. У нас есть русскоговорящий сотрудник, его зовут Дмитрий, и он сам родом из Санкт-Петербурга, очень молодой человек, который заслужил уже любовь наших российских туристов. Это можно увидеть по отзывам на TripAdvisor, потому что любой русскоязычный содержит в себе буквально несколько предложений по поводу нашего курорта. И далее идет целое сочинение на тему, как здорово Дмитрий обеспечил все необходимое для комфортного отдыха. Он действительно вкладывается в эту работу, поэтому за русскоговорящих гостей всегда спокойно. Англоговорящая команда у нас тоже очень-очень адекватная. Резорт-менеджер, все всегда готовы сделать все, чтобы гости получили настоящее удовольствие от отдыха. Наши виллы. Вилла пляжная. Их всего 10. Обращаю внимание на такую особенность, что на каждой вилле, в любой абсолютно вилле, по запросу мы можем сделать твин. То есть, смотрите, это две кровати, на которых лежит цельный матрас. Если мы раздвигаем эти кровати, меняем матрас, у нас получается твин-конфигурация. Это возможно в каждой вилле сделать. Наши пляжные виллы могут принять либо трое взрослых, либо 2 плюс 1. А также у нас есть 7 пляжных вилл с бассейном. Это тоже спальня, ванная комната, душ в саду, терраса и бассейн. Также точно по поводу размещения максимально 3 человека. Тут помимо большой кровати, основного спального места, есть стационарная дейсофа. Она по размерам как такая односпальная кровать. У нас самые вместительные, как я уже говорила, это пляжные виллы с двумя спальнями. На втором этаже у нас душ, санузел и душ, на первом этаже ванная и санузел. И это две изолированные комнаты, соединенные лестницей. Здесь также можно раздвинуть кровати в твины. И на втором этаже есть стационарное спальное место, поэтому мы сюда можем принять даже 5 взрослых. Наши водные виллы, стартовая категория, overwater вилла, либо 3 взрослых, либо 2 плюс 1. Есть закатная сторона, как я уже говорила. Здесь overwater вилла будет без вида на закат, а sunset overwater вилла будет на закатной стороне, плюс еще на террасе есть джакузи. Самый наш такой классный вариант размещения на воде – это
вилла с бассейном, overwater villa with private pool. Сюда мы можем взять 2 плюс 2. Здесь большая очень ванная комната, 40 квадратных метров, тоже просторная спальня и совершенно чудесный бассейн. Вот, кстати, тот мостик, о котором я вначале говорила, что можно до конца дойти и здесь по лестнице спуститься, и риф здесь находится уже очень комфортно, близко, чтобы куда-то далеко не плыть, здесь очень-очень приятно исследовать. И здесь такая яркая фотография, но в жизни это все выглядит еще более ярко. Такие насыщенные тонные оттенки, настоящее удовольствие останавливаться на этой вилле, потому что панорамные окна, и ты как будто бы находишься наедине с океаном. По планам питания. У нас есть несколько вариантов. Самый базовый – это HB. Гости питаются, завтрак и ужин проходят в ресторане Cuisine Gallery. Это наш ресторан международной кухни по системе «Шведский стол». Очень комфортно все, очень красивая подача, эстетичная. Это тоже отмечают и наши гости, и наши агенты, которые посещали резорт. И на ужин тоже большое разнообразие блюд. И что касается HB, вода фильтрованная у нас бесплатно. На завтраке все напитки, которые представлены в ресторане, включены. Далее на ужин необходимо доплачивать за алкоголь. И за безалкогольные напитки также. Самый ходовой план питания у нас Dine Around All Inclusive. Он включает в себя завтрак также в ресторане Cuisine Gallery. Далее ланч. По меню в одном месте только проходит у нас в одном ресторане. И далее на ужин у нас открыты 4 ресторана, и гости могут выбрать любой из них. Это может быть ресторан Муду Криль, в котором подаются морепродукты и мясо, приготовленное на гриле. Это может быть наш ресторан концепции Fine Dining под названием Artisan, микс французской и итальянской кухни. И наш такой камерный ресторанчик Кота, японский фьюжн. Также гости на Dine Around All Inclusive на ужин могут выбрать и шведский стол. Ну, то есть у них 4 ресторана на выбор, все включено, все эти аутлеты включены, весь алкоголь включен, полностью пакет напитков алкогольных, безалкогольных, в этот план питания включен. Также у нас есть в Dine Around All Inclusive входит одна экскурсия. Это либо круиз на закате, либо круиз со снорклингом. У нас есть такой переходный план питания под названием HB+. Это питание по системе HB, завтрак и ужин, шведский стол в ресторане Cuisine Gallery. А пакет напитков такой же, как в Dine Around All Inclusive. То есть у гостей есть возможность не только во время приемов пищи пользоваться этим пакетом напитков, но и в течение всего дня. То есть гости позавтракали и могут идти в бар и там любые напитки заказывать. Это все включено. На HB+, и на Dine Around у нас мини-бар также входит в стоимость. Там всегда предлагается гостям бутылка вина, пиво, безалкогольные напитки и снеки. И ежедневно бар обновляется, пополняется. На планах питания на всех мы предоставляем оборудование для снорклинга бесплатно. Начиная с плана HB+, гостям предоставляется также оборудование каяки и сапа бесплатно. H Water Bar – это наше такое место социального притяжения, такой наш бар-кафе возле бассейна основного. И здесь же у нас в течение дня можно заказать ланч. На All Inclusive он включен в стоимость. И можно либо разместиться здесь в такой спокойной атмосфере, либо рядом стоят обычные столы обеденные, там тоже можно спокойно разместиться и пообедать. Обед проходит по меню, каждый день подается рыба, выловленная в нашем атолле, сэндвичи, закуски, салаты, то есть в целом такой достаточно большой ассортимент. По вечерам здесь играет такая спокойная сопровождающая музыка, у нас раньше был диджей, сейчас пока что его нет, но тоже, возможно, в ближайшее время какие-то будут новости по этому поводу, поделимся в телеграм-канале. Рядом у нас расположен такой небольшой игровой уголок, там представлен мини-гольф, бильярд, пинг-понг, развлечения, которыми могут пользоваться и взрослые дети. Кстати, у нас в больших наших ту-бедрумах всегда стоит сундучок с настольными играми, которые тоже мы предоставляем бесплатно нашим семьям, которые приезжают, для того, чтобы досуг их был интереснее. Что касается детских активностей, я тоже буквально ожидаю в течение месяца от отеля
Kids Programs, которыми они должны с нами поделиться. И для наших маленьких гостей тоже у нас будут интересные мероприятия. Как такового Kids Club с комнаты с надписью Kids Club у нас не предвидится, потому что отель небольшой, курорт небольшой, уже, в принципе, вся территория распределена. Но, тем не менее, мы видим спрос, особенно с российского рынка, на наши two-bedroom villas, поэтому возникла такая необходимость нашим маленьким гостям тоже предложить дополнительные активности. Говоря о нашем портрете нашего гостя, конечно, 60% – это больше пары. Наверное, где-то порядка 40% – это семьи с детьми. Мы делаем разнообразные сетапы на пляже, можем делать это на нашем маленьком островочке. Конечно же, делаем свадебные церемонии. У нас есть совершенно прекрасный спа-центр, в котором 5 процедурных кабинетов. Есть паровая баня, есть финская баня, есть такой бассейн с прохладной водой. Всегда хвалят гости наших специалистов. Дайвинг тоже мы уже поговорили. Вот несколько фотографий наших прекрасных морских обитателей. Конечно же, для детей счастье и восторг, разнообразные водные активности. И, конечно же, свадебные церемонии, это тоже у нас все можно сделать. Вообще, в целом, очень хороший продукт с прекрасным совершенно подходом к клиенту, с хорошим предложением в части F&B. Поэтому, пожалуйста, бронируйте. Если будут какие-то дополнительные вопросы, я готова всегда дать программы, цены на дополнительные услуги, там, центр водных видов спорта, спа и так далее. Подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал. Там не только информация по поводу Мальдив, также есть и по Таиланду, и по Маврикию. Так, что-то, мне кажется, я что-то важное хотела еще сказать. Но если будут какие-то вопросы, я буду очень рада пообщаться. По поводу СПО я хотела сказать. То, что у нас вышло на днях новое СПО. То, что с 1 марта по 31 октября 2025 года у нас скидка минус 35%, плюс бесплатный апгрейд с HB+, да, All Inclusive. На новогодний период пока что скидок нет, убрали, потому что загрузка в отеле тут достаточно уже высокая. Но, тем не менее, какие-то там номера на Новый год, если что, остались. Недавно, буквально вчера, я опубликовала список availability. Если будут какие-то вопросы, буду рада на них ответить. Вопросов нет. Спасибо большое за внимание. Желаю вам прекрасных продаж. И, пожалуйста. Светлана, спасибо огромное за вебинар. Всем желаю хороших продаж с компанией «Аля Карт» и отелями «Аутриггер». Вот. В общем-то, хорошего дня. Спасибо. Спасибо за внимание. Всего хорошего. До свидания.